Приветствую вас, Антон. Давайте мы с вами разберем ваши вопросы, на которые я в этот раз могу ответить как психолог. Вот. Значит, вопрос первый. Значит, я решил немного сменить сферу деятельности, она стала, как модно говорить, более экологичная, то есть полезной людям, и сразу после этого, как будто вселенная, Бог всеми силами пытается помочь мне в этом, регулярно посылая нужных людей и вызывая нужные события. Как это объяснить? Я бы объяснил это избирательностью интуиции и эффектом новизны. То есть у вас в вашей новой деятельности еще не замылен взгляд, да? Все кажется свежим, удобным, то есть новым, необычным, интересным. И поскольку сейчас вы переживаете подъем, да, то есть, ну, вдохновение, азарт, вот, то, ну, если я правильно понял ваше состояние, конечно, вот, то вы интуитивно отслеживаете те события, которые происходят, и, собственно говоря, выцепляете их. Вот. Впоследствии, когда эффект новизны пропадет, то при условии, что найденная вами работа не является тем, чем вы хотите заниматься, либо у вас будут проблемы с мотивацией, вот, подобный эффект пропадет. То есть ничего мистичного в этом нет. Предупреждая сразу ваш вопрос относительно того, как удержать вот это вот состояние избирательной интуиции, да, я думаю, что вы заинтересуетесь этим. Я скажу так, что эффект новизны, да, ну, понятно, что эффект новизны сохранить нельзя, да, невозможно это сделать никак при всем желании, да. Но если у вас не будет проблем с мотивацией, да, то вы будете в дальнейшем видеть такие же события, вы будете в дальнейшем выцеплять их. Вот. Так же, как вы это делаете сейчас. То есть, на мой взгляд, все, что от вас требуется, это просто найти вот некую какую-то все-таки свою нишу, да, и заниматься ею так, чтобы она вам, ну, не разонравилась, да, так, чтобы она вам доставляла удовольствие постоянно, да, то есть нон-стопом. И тогда, я думаю, все у вас будет хорошо. Тогда я думаю, что вы не будете испытывать никаких проблем. Вот, собственно, значит, с такими событиями и состояниями. Вот. То есть, еще раз, да, надеюсь, понятно, что ничего мистичного, да, ничего необычного в этом нет, в том, что с вами происходит. Это нормально, это естественно. То есть сейчас вы переживаете подъем. Вот вопрос заключается в другом, что будет,
когда эффект новизны, да, пропадет. Вот. Что будет тогда? Это вот довольно интересный момент, на мой взгляд. Так, как вы считаете, будет ли в РФ когда-либо развит рынок услуг, как на Западе? Ну, понимаете, сложно сказать. Дело в том, что в Советском Союзе рынок услуг был невозможен. В принципе, единственное, что использовалось, это теория Павлова, рефлексия, и какие-то труды Фрейда, ну, были использованы. В то время как за рубежом, да, во всем мире уже психологическая наука была развита очень сильно. И люди, они, наши люди, русские, они всего этого не знали. И если психологическая наука в Европе, в Америке живет уже больше, ну, больше века, может быть, даже два века, то у нас вот только в 30-е годы, да, появилось, у нас еще нет 100 лет, и у нас это подавлялось, у нас это всячески принижалось, да, и, конечно, какие-то работы были, но все это было так, очень весьма робко, вот, и активно все это началось только с распадом СССР, то есть, по сути, вот, последние только 30 лет. 20-30 лет, вот, и менталитет наших людей, к сожалению, не совсем подходит под работу с психологами, потому что очень многие люди у нас слушают позицию психолога, экспертную позицию психолога, не с точки зрения любопытства, а с точки зрения своей позиции, с точки зрения своего какого-то мнения. И, естественно, это всегда вступает в противоречие с тем, ну, что говорит психолог. Яркий пример – это вы, Антон, я, безусловно, не слежу за вашей активностью, но, ориентируясь на вот то, что я вижу, это то, что вы склонны к тому, чтобы подвергать сомнению какие-то позиции, это то, что вы склонны спорить, склонны дискутировать, склонны воспринимать психологов не как экспертов, а как людей, которые претендуют на это. Вот, иначе бы вы уже давно выбрали себе специалиста и работали бы с ним, а вы до сих пор присматриваетесь, ищете самых лучших и так далее. Все это говорит как раз таки о вашей позиции. И вот такие люди, как вы, да, их становится больше. Потому что психологическая наука становится доступнее. Она и раньше была доступна, но сейчас она, ну, как мне кажется, стала еще более доступна. Но, то есть все используют такие слова, как истеричка, идиот, там, депрессия, там, вот это все, да? При этом часто не зная даже истинных значений этих слов. Не подозревая о том, что они могут ошибаться. Вот. Если же знают, да, если же знают значение слов, то начинают думать, что знают все. И менталитет,
Вот, кстати, ну, вот, продолжая тему, да, вы тут спрашиваете, что этому мешает главным образом, менталитет. Понимаете, менталитет русского человека такой, либо подчиняться, либо доминировать. А вот чего-то среднего нет, практически. Ну, как и в экономическом смысле среднего класса нет, так и вот психологический смысл такой. Поэтому нет, менталитет русского человека не готов к тому, чтобы в таком масштабе, наверное, еще заниматься психологической наукой. Но надо сказать, что потребности они диктуют свое, и психологов признают, психологов становится больше, и, в общем-то, я думаю, что со временем все это разовьется. Что мешает? Мешает, по большому счету, не менталитет, да? Мешает не менталитет. Потому что менталитет, в принципе, нужно воспитывать, новое поколение, оно уже более, на мой взгляд, хорошо владеет полимерами и гомеостазом, ну, то есть такими качествами, как полимерность и гомеостаз, да, вот. Тут дело не в этом, а в ориентире правительственных ассигнований, так это, по-моему, называется, вот, правительственных грантов и так далее. То есть у нас в целом в России культура находится на далеко не на первом месте. А психологическая наука — это все-таки культура. Вот. И достаточно посмотреть, на что идут деньги. Вот. Достаточно посмотреть только это. Поэтому я думаю, пока не будет ориентир на культуру, пока не будет ориентир на воспитание, на педагогику, на здоровье, психологическая сфера останется в России, ну, не на самом лучшем уровне. Вот. Можно сказать о том, что в Америке, да, например, ну, да, вы приводите такой пример, да, в Америке, в принципе, тоже очень большие ресурсы тратятся на некультуру. Но проблема в том, что там и ресурсов больше. Там и инициативы поддерживаются больше. Там есть средний класс, и там... вот в Европе, в Америке, да, там история не такая. То есть история европейская, помимо вот Франции, ну, помимо Франции, Франция это исключение, вот, Германия, то, мне кажется, тоже исключение. То есть тут надо отдельно смотреть. История не знает войн, по сути. Там какие-то войны, конечно, были, но вот уже вот в новой истории, да, вот 18 век, 19 век, войн таких вот крупных, да, вот, ну, то есть, понятно, что мировая война, но по странам это ударило, ну, видимо, не настолько сильно, вот. И не было таких крупных переворотов в странах, да, то есть, когда, например, была империя, потом, после империи в России был Советский Союз, потом Россия, вот этого всего. Вот. И за счет равномерности своего развития стран, они просто более полно сохранили свои традиции, культуры. То есть там у них больше саморегуляторов. Вот. А в России саморегуляторов нет. Нет культурных саморегуляторов, нет социальных саморегуляторов, нет моральных саморегуляторов, нет таких, как бы, ну, общественных, да, по сути, то самое, что социальных, то только в более таком конкретном смысле слова, да. Вот. Из-за этого с культурой проблема.
из-за этого с культурой проблемы. Ну и еще раз повторяю, что как бы вот российская история — это история подчинения, это история царя, это история царей, это история отцов, это история каких-то вот лидеров, да, вот, и я думаю, что во многом именно по этой причине психология находится, ну, вот, не в таком развитом виде. Ну, не только, на самом деле, не только психологическая культура, да, но и какие-то другие сферы тоже. Вот. А что касается схожести менталитетов американцев и русских, то, ну, я здесь с вами не могу согласиться, потому что значит, культуры разные, страны разные, люди ведут себя абсолютно по-другому, вот. С нами схожи латиноамериканцы, с нами схожи вот восточноевропейцы, вот, но не американцы и не Западная Европа. Значит, если говорить о какой-то популярной комьюнити среди специалистов, где они общаются между собой, а не с клиентами. Да, конференции различного рода, тренинги, там, вебинары, вот это все. Да, есть. По поводу цен. Ну, смотрите, значит, цены, да, вообще нормальная цена, это такая $100 в час. Вот, $100 в час — это нормальная цена. Вот, ну, в рамках российских реалий понятно, что $100 в час далеко не каждый человек. Вот. Поэтому не знаю насчет завышенных цен, не знаю. Вы считаете, что цены до 2000 это дорого? 2000 это порядка около, ну, я тут не скажу, но где-то $25-30. А нормальная цена — это $100. Вот. Вот. Поэтому вот и думайте, как бы. Вы откуда сравниваете цены? Вы говорите, они завышены. По сравнению с чем завышены? Ну, не знаю. По сравнению с чем. То есть, вы считаете, что, например, еще раз повторяю, вы считаете, цены до 2000 это завышены? До 2000 рублей? Ну? Вы пишете, можно же сделать ниже цены, получить больше регулярных заказов, зарабатывать даже больше, чем на единичных дорогих консультациях. Можно, да, можно. Только если руководствоваться, например, динамикой сайта, да, то я могу сказать, что в какой-то момент просто кажется, ты видишь сам, что твой труд не ценится, ну, менее ценится. То есть цену каждый устанавливает сам, да, цену каждый устанавливает сам.
И исходя из своего опыта, своей специализации, своей школы, своего подхода и так далее. Вот. И думается мне, что если 5000, например, цена завышена, действительно, 3000, это, ну, так, в целом более-менее нормально, вот. 1500 это вот вообще, это, ну, там, если консультироваться раз в неделю, да, а 4, ну, месяц, 4 недели, да, то, соответственно, получается где-то 6, если я не ошибаюсь, тысяч, вот, 6 тысяч в неделю. Ну, это вы считаете, это много? Вот, 6 тысяч в месяц. Вы считаете, это много? Ну, если человек зарабатывает 30 тысяч рублей, вот, например, то он так и так регулярно к психологу ходить не будет, потому что это постоянные деньги. У него рано или поздно денег просто не будет. Понимаете? А если человек действительно хочет работать, то он над собой, да, понимает, что у него есть проблема, то я думаю, что он найдет 6000, это не так, ну, не так много. Это если мы исходим из полторы. Вот. А на сайте очень много людей, которые консультируют там меньше 1000. Понимаете? Просто меньше 1000 консультируют, это еще меньше получается. Поэтому я не очень понимаю, на основе чего вы сделали вывод, что цены завышены. То есть вы работаете в этой специальности, вы а знаете, какие сколько тратится ресурсов, вы считаете, что, ну, в курсе, как это происходит ценообразование вообще за психологические услуги. Вот. В частности, например, что кабинетным психологам приходится платить еще за аренду помещения, например. Ага. Так, как вы считаете, правительство президента только декорации или какое-то объединение, которое вы считаете, если да, кто они? Ну, объективно, это самые богатые люди. Я сейчас позабыл фамилии, но самые богатейшие фамилии. Вот. Вот это те, кто в теории выше правительства и президентов. Насколько они выше, да, это вопрос, на мой взгляд. Насколько. То есть где-то они где-то они более влиятельны, где-то меньше. Вот. То есть, я думаю, что в России, именно вот, ну, в странах Восточной Европы, вот, там больше офшорные, олигархи, вот. А в странах Запада там богатые семьи, вот, а в Азии это кланы. Кланы и, ну, тоже семьи, наверное, вот так, я думаю. Значит, так. Какова вероятность о том, что в 60-70 лет я пожалею, что у меня не было детей? Ну, вероятность такая, если вы станете достаточно эмоционально зрелым и личностно зрелым человеком, то вам захочется
кому-то вот передать все, что вы знаете, да, то есть о ком-то заботиться, кого-то любить, если вам это нужно. Для этого нужно стать, еще раз повторю, человеком с определенной степенью зрелости. Без этого детей вы не захотите. Вот. Значит, если вот ситуация будет такая, то да, вероятность большая, почти 100%. Вот. А если вы не будете, ну, личностно расти, если вы не будете зрелым, да, не обязательно, что к 60-70 годам вы станете таким, вот, то и желание не появится. Так что я думаю, что так вот. То есть здесь не нужно быть провидцем и гадалкой. Детей хотят личностно зрелые люди. Ну вот именно детей и хотят. Это первое. Второе. Нельзя хотеть детей в отрыве от, ну, от партнера, да? То есть если вот, ну, мы говорим про норму. Если вы хотите детей, то обязательно должна быть женщина, да, ну, еще раз говорю про норму, я говорю про классику, да, про традицию, традиционные отношения. Вот, должна быть женщина, с которой вы, там, свяжете свою жизнь, вот, грубо говоря, и полюбите ее, и в результате этой любви появятся дети. Вот. Это будет нормально, это будет, если как бы дети будут продолжением вашей любви. Вот. Ну, опять же, чтобы любить, нужно быть зрелым, чтобы любить, нужно любить себя, чтобы любить, нужно принимать другого, чтобы принять другого, нужно принять себя. Вот. И я думаю, что в чем-то вы правы, не желая сейчас никому быть привязанным. Но это с одной стороны. То есть, может быть, создавать семью вам и рано еще. Но пытаться строить отношения, пытаться выстраивать отношения, находиться в каких-то свободных отношениях, в этом нет ничего плохого. И вот здесь, я думаю, на сцене выступает страх. Эмоциональной близости, вот, эмоциональной и, возможно, интимной близости, вот, и это вот уже нехорошо, это нехорошо, вот, ну вот так, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.